Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Да, к сожалению, если вы потеряли Apple Watch, я надеюсь, что у вас есть телефон iPhone, скачивайте приложение iPhone при сопряжении с Apple Watch, да, вы можете найти на карте, вот, у вас будет список, вот, например, вот Apple Watch. Вы можете проложить маршрут, воспроизвести громкий сигнал и отметить как пропавший, вот. Скачивайте приложение локатор, заходите через iCloud и все. То есть одно приложение умеет все находить. Оно доступно даже на iPad, на Mac. Не помните, например, где вы сняли Apple Watch, вы можете узнать где, на карте, найти на карте. Если Apple Watch пропал из виду, но вы думаете, что она где-то недалеко от вас или рядом, вы можете удаленно включить на нем звуковой сигнал, и который позволит определить местоположение. Да. Обязательно отмечайте режим, включите режим пропавший. Да. Этот режим активирует отслеживание геопозиции, отправляет вам уведомление про включение устройства и устанавливает ваш код-пароль для защиты ваших данных. А еще можно указать свою контактную информацию. Вот, включили, выбрали Apple Watch. Вот. Пишите свои контактные данные, чтобы, ну, родственника, друга. Этот Apple Watch был утерян. Позвоните мне, отдайте, пожалуйста, за вознаграждение. Верните и получайте уведомление на e-mail. Да, вам придет уведомление, если кто-то включит. Вот смотрите, я, например, нашел ваш Apple Watch. И смотрите, этот Apple утерян. Позвоните мне, я могу вам позвонить и все, и вернуть. Так, вы можете там удалить все удаленно. Например, вы боитесь, что Apple Watch там есть ценная информация, у вас есть возможность удаленно стереть на нем информацию с устройства, будут удалены все личные данные. Так, от себя что-то добавлю. Я нашел Apple Watch почти новые, но хозяин, возможно, не включил локатор, ну, не знал, короче, она женская. И что вы думаете? Я его продал аж за 1000 тенге. А почему не вернул? Да я не знаю, кто этот хозяин. Кого этот Apple Watch? Она почти у меня 5 дней не лежала. Я еле-еле за 1000 тенге продал. Никто не брал даже. Понимаете? Никто не брал. То есть, если вы найдете Apple Watch, смысла нет. Это почти кирпич. Понимаете? Это кирпич. Как будто вы нашли на земле камень. Поэтому лучше вернуть, конечно, если кто-то укажет контактные данные. Благодарю за просмотр этого видео. А, последнее, да. Напишите заявление в полицию, да, о пропаже, о утере Apple Watch. Ставьте лайк, подписывайтесь.